А кто-то проведет эти выходные на даче. Май – горячая пора для садоводов и огородников. С приходом тепла активизировались работы на земле и личных подсобных хозяйствах. Рассада сейчас – ходовой товар на оптовом рынке. Торговать ею будут весь месяц. У Валентины Вербановой с мужем уже полвека собственное тепличное хозяйство в Парканах. Выращивают рассаду, огурцы, любимый всеми родничок и другие популярные виды. На очереди много сортов томатов, перец и баклажаны. Покупателям предлагают широкий ассортимент, чтобы было из чего выбрать. Сажаем в землю в теплицах. Потом идет у нас пикировка. И огурцы также сначала прокильчиваем, а потом ставим в стаканчиках, чтобы они проросли. А потом уже высаживаем в грунт. Ну, это уже где-то через недельки три уже будут огурчики. Они уже все, вот видите, у нас уже вот с огурчиками все идет. Ежегодно в это время на оптовом рынке продают семена и саженцы. Здесь можно приобрести рассаду овощных культур и цветов. Большинство дачников предпочитают покупать готовую рассаду вместо выращивания ее на подоконнике в небольшой квартире. В условиях пандемии у нас предполагается, что, во-первых, люди все одеты в маски, во-вторых, торговые места расширены для того, чтобы соблюдать дистанцию. Продавцы рассады представлены в основном Парканами, есть жители нашего города и Гиски. Мы из села Гиски, занимаемся цветами уже 6-й год на личном приусадебном участке. В ассортименте петуния, львиный зев, ампельная петуния, петуния в кашпо, ну и много-много разных других цветов. В этом году сезон посадки сдвинулся из-за поздней холодной весны, говорят продавцы. Поэтому если посадить, к примеру, эти помидоры, поспеют они к июлю. Рассада стоит от 3 рублей за десяток и выше. У нас желтый помидор для теплиц, розовый, черри, красный, черри розовый и грунтовой. И помидоры, и перец. И горький, и сладкий, сельдерей. Все, все, что есть, все надо. И огурцы сейчас возьмем. Ассортимент прекрасный. Беру помидоры ранее на дачу сажать. Вот, взяла уже штук 50 ранее. Вот и Сеня взяла, и Машку. Как вам ассортимент на рынке? Очень большой и недорого. Сезонная продажа рассады на оптовом рынке будет проходить до 1 июня. Самая бойкая торговля приходится, как правило, на конец недели и выходные дни. Елена Росланова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.